Вас вітає інформаційна служба телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Євген Паблавець. Глядіть у гэтым выпуску. Сёння на прадпрыемстве «Гомельшкло» запустили новую лінію по вытворчасці энергазберагаючага шкла. Гомеля третий раз за апошнія 5 гадоў признали лепшым абласным городам краіны по добраўпарадкаванні. Православная царква и интернет. Ці патрэбна прыходу социальная сетка? Пытанне абмяркоўвалі на міжнародным медыафоруме. Гісторыкі мастацтвазнаўца Яўген Малікаў прадставіў вынік шматгадовай працы над вывучэннем разьбянога аздаблення драўляных дамоў. Зараз об этом меньшем больше подробязно. Сегодня в открытом акционерном товариществе «Гомельшкло» уведена в эксплуатацию новая линия по вытворчасти шкла с покрытием. Ее эксплуатация позволит предприемству поширить ассортимент продукции и выйти на рынок с новыми видами шкла. Олег Сентиров оценил перспективы. Основный накерунок деятельности открытого акционерного товариства «Гомельшкло» – выпуск высокоякостного листового шкла великого формата. Сфера применения этой продукции – от будовничных светлопрозрыстых конструкций до конструктивных элементов сучасной мебли. Новая линия закликана поширить этот ассортимент. Могутность новой линии – 8 миллионов квадратных метров шкла в год. Зараз началась его творчесть энергосберегающей продукции. В наступном году будет освоен выпуск мультифункционального и солнцеохранного видов. Освоение новых видов шкла – задача, актуальная не только для одного конкретного предприемства. Зараз больше 90% продукции меркуется накировать на экспорт, а это уже державные приоритеты. Згодно с проведенным анализом, что годовая потребность у новых видов шкла в Беларуси складая около 1 300 000 квадратных метров, Украины до 6 миллионов, России свыше 20, а прича того 13% гомельского шкла готовы набывать краины Евросоюза. Произведя как минимум 3 компонента – это ламинированные, энергоэффективное стекло и полированное стекло позволяет нам увеличить объемы поставки на внешние рынки. Сегодня объем поставки на внешние рынки 93%. Это действительно высокий уровень работы команды министерства. «Гомельстекло». Что тычется поставок гомельского шкла на внутренний рынок, то это так само державная задача. Причем размова идет сразу об двух программах – импортозамещение и энергосбережение. Уже зараз проектные организации ориентованы на то, как по новых распространках выкористовывать выключно айчинные материалы. Правительством поставлена задача, чтобы максимально исключить импорт производимого у нас стекла на внутреннем рынке. Соответствующие задачи поставлены проектировщикам, Министерству архитектуры и строительства, чтобы пересмотреть нормы и правила. Бодай, самая актуальная задача для акционерного товариства «Гомельшкло» – снижение себекошту вырабляемой продукции. Высокие цены и несприяльная ситуация на сусветных рынках привели до того, что два опошние годы предприемство находилось у складанной финансовой ситуации. Подчас официальных открытия новой линии оучиваются лишьбы. Когда на початку 2015-го себекошт 1 квадратного метра листового шкла складал $2.30, то все это уже 1.64. В наступном году он повинен снизиться еще не один на 10 центов, что становчим чином поуплывает на конкурентоздольность продукции. Шляхов несколько: от набытия сыровины по больше низких ценах для снижения объема споживания газу и электроэнергии. Это так само предугледжено реализуемым планом модернизации. Предприятие «Гомельстекло» – энергозависимое предприятие. 40% себестоимости – это затраты по энергетике. Поэтому мини-ТЭС позволит нам вырабатывать за счет температуры отбора, температуры отходящих газов, собственную электроэнергию. И этим самым мы сокращаем свое энергопотребление, энергозатраты. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадокомпания «Гомель». Гомель признаны лепшим областным городом краины по санитарным стане и добраўпарадкаванні по выниках минулого года. Пераходный вымпел пераможцы республиканского конкурса сегодня старшине гарвыканкама Петру Кириченко уручил вице-премьер Беларуси Анатоль Калинин. До речи, звание лепшего Гомель отрымливает третий раз за апошние 5 годов. Як означено, подчас урочистости – это выник працавитости и ожидания кожного гомельчанина робить свой город больше пригожим и утульным. У минулом годе реализованы такие буйные проекты, как реконструкция набережной раки Сож. Побудованы подъезд до 18-го микрорайона, який дозволил значно разгрузить рух у районе пересечения улиц Хатаевича и Мазурова. А кроме этого, реконструирована улица Кирова и частково Тялегина. В целом капитальный ремонт улично-дорожной сетки охопил амаль 440 тысяч квадратных метров. Отремонтовано около 2500 фасадов жилых, громадских и вытворчих помешканий. Добраўпарадкавана амаль 300 дворовых территорий. На улицах областного центра высаджено больше 10 тысяч новых древ и рослин. Ведь это уже не единичный такой случай, когда Гомель
признавался победителем республиканского соревнования. Всего уже это в четвертый раз произошло, в том числе за последние 5 лет, третий раз. То есть это становится действительно правилом, нормой жизни, законом для гомельчан, потому что они искренне любят свой город и делают все для того, чтобы он был красивым, достойным, чтобы это были, ну это и есть южные ворота нашей республики, чтобы мы достойно представляли не только свой город, не только Гомельщину, но и Беларусь в целом. 12 листопада протягнуть свою работу прямые телефонные линии мясовых органов улады. Жыхары региона смогут звернуться с пытаниями до наместника старшини Гомельского облвыканкама Владимира Владимировича Горбачева. Звонки принимаются по номеру телефона у Гомеля 75 12 37 с 9 годин ранницы и до 12. У этот час на питание гомельчан откажет наместник старшини Гарвыканкама Сергей Анатольевич Радюк. Номер телефона 75 18 54. Допомогу по беспрацовью повысить для 2 категорий громадян. Сумма выплат будет вагаться от половы бюджета прожиточного минимума до его полной суммы. Усе подробязности у черговой экономичной доведцы. Так само у выпуску букеты с кветок и лялишные домки. Хобби, якое перетворяется у бизнес, и как правильно развить уластный стартап. А кроме того, глядаши доведаются, как изменились цены на садовину и огороднину на гомельских рынках. Глядите программу завтра в 20:45 на телеканале «Беларусь-4 Гомель». До інших тем. 2 человеки потерпели у вынику наезда на пешеходов, який отбылся у областным центре напередодні. На скрыжевании в улице Лича и Склязнева автомобиль марки Land Rover выехал за межи проездной частки. У распоряджении нашего телеканала оказались фотосдымки с места дорожно-транспортного здарення. На их башны пошкоджені, який отримал автомобиль у вынику сутыкнення с светлофором. По словах видовольства, с початку Land Rover сбил опору, на якой был усталяваны прибор регулявання дорожного руху, а потом зачапил кузовом пешеходов. Со слов водителя, двигаясь по улице Ильича, он уснул за рулем, в результате чего автомобиль выехал за пределы проезжей части. В результате происшествия 7-летняя девочка была госпитализирована в нейрохирургическое отделение областной больницы. Также тем вечером за медицинской помощью обратился еще один участник дорожно-транспортного происшествия, мужчина 1939 года рождения, у которого был диагностирован ушиб коленной чашечки, а также подозрение на перелом ребра. По словам медика, у станции мехадовой девчинки не выкликая остероги. У яе выявлены шматлики ушибы, які у целом не поплывают на погаршение здоровья. Увазе гамельчан. У понеделок 14 листопада с 12 до 19 годин будет частково отключено гарачее водозабеспечение с пожилцов от Гомельской ЦЭЦ-1. Это связано с проведением работ по выносу газопровода по улице Интернациональной. Часовые незручности придется пережить жыхарам шерегу центральных улиц. Это у тем лику Фрунзе, Пролетарская, Моисеенко, Провокзальная, Селянская, Пушкина, Жарковского, а так само частково Советская. У метах недопущения аварийных ситуаций у центральном районе Гомеля необходимо обмежевать споживание газу на час проведения работ. По всех питаниях можно звертаться по одинным доведочным номерам 115. У рамках штогодового студентского конкурса «Виват першокурсник» в Белорусском гандлево-экономичном университете споживецкой кооперации прошло узнагородження лепших студентов. Показать приклад першокурсниками – задать высокую планку у початку в учебы. У ВНУ склалася традиция уручать узнагороды лепшим студентам перед початком штогодового першокурснику. У этом годе на сцену поднялись 2 уладальницы стипендии президента Республики Беларусь. Их отримливают при выдатной в учебе, наявности науковых публикаций и активной громадской работе. Остатние узнагороды вручены организаторами и переможцам конкурсу бизнес-проектов «Стартап Кооперация 2016». Университет представил 2 проекты, один из яких – букет из цукерок – отримал призовое место и диплом 2-й ступени. Ежегодно у нас традиция, мы выявляем наиболее талантливых студентов, которые поступают к нам на 1-й курс. Наш конкурс называется «А ну-ка, первокурсник». Ну и традиционным уже стало на этом замечательном мероприятии вручать свидетельство о назначении стипендии президента Республики Беларусь нашим выдающимся студентам. Это и образец для того, как необходимо учиться, как необходимо развиваться для наших первокурсников. И мы этим обеспечиваем преемственность поколений между 1-ми курсами, 2-ми курсами, 3-ми и так далее. Презентация книги кандидата мастерствознавства, старшего выкладчика кафедры архитектуры Белорусского державного университета транспорта Евгена Маликова отбылась у Центральной городской библиотеки имени Герцена.
Выдание вышло в вересне этого года и носит назву «Традиция разбяного декора у народной архитектуры Паўднёва-Усходней Беларуси. Конец 19-го, первая половина 20-го стагоддзя». Книга Евгена Малікава – это выник амаль 20-годовой кропотливой працы над вывучением разбяного оздобления драўляных домов Гомельщины. Аўтар з дзяцінства цікавіўся гісторыяй і архітэктурай свайго роднага краю. Менавіта гэта і падштурхнула яго да напісання кнігі. Выданне адкрывае навуковаму свету і грамадству новую, невывучаную дагэтуль сферу народнай культуры рэгіёна – найбагацейшую традыцыю разбянога архітэктурнага дэкору. Па сваіх мастацкіх якасцях яна ідзе ў адным шэрагу з традыцыямі іканапісу і ткацтва. З кнігі Евгена Малікава можна даведацца, як адрозніваюцца ўпрыгажэнні драўляных дамоў у райцэнтрах і вёсках Гомельшчыны, якія традыцыі іх паходжання існуюць у рэгіёне. Выпуск выдання як сацыяльна значнай літаратуры стаў магчымы дзякуючы заказу і фінансавай падтрымцы Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Кніга будзе цікавая спецыялістам у сферах гісторыі, архітэктуры, этнаграфіі, а таксама ўсім, хто цікавіцца культурнай спадчынай нашай краіны. В тэме драўляна-разбінога архітэктурнага дэкора адкрыў тое, што нашы продкі, якія жылі на тэрыторыі Гомельскай вобласці, паўднёва-ўсходняй часткі нашай вобласці асабліва, яны былі вельмі творчымі людзьмі. Настолькі творчымі, што яны маглі вырабляць такія незвычайныя рэчы, губляць свой час, энергію на тое, каб упрыгожыць свой дом, вокны, дзверы на сваім доме. І для іх гэта было настолькі натуральна, вось гэта эстэтыка жылля. І, на жаль, гэтага зараз, гледзячы на нашы сучасныя дамы, якія ёсць там ускраіна Гомеля, мы гэтага не заўважаем. Няма такого пачуцця густу, пачуцця стылю, пачуцця прыгажосці, якое было у нашых продкаў яшчэ літаральна 50 гадоў таму. І вось гэта для мяне адкрыццё. Православная царква і інтэрнэт. Актуальнае пытанне інфармацыйнай дзейнасці епархіі, прысутнасці прыходаў у сацыяльных сетках сёння абмяркоўвалі на міжнародным медыафоруме ў Гомелі. З падрабязнасцямі Ганна Кавалёва. Сёння ў інтэрнэце можна знайсці інфармацыю нават аб самым маленькім царкоўным прыходзе рэгіёна. Іншае пытанне, наколькі такія звесткі цікавыя карыстальнікам, як увогуле трэба расказваць аб царкоўным жыцці свецкаму чытачу. Некалькі гадзін у інфармацыйным аддзеле Гомельскай епархіі ішла гутарка аб гэтым. Адпаведна, тэме абралі фармат мерапрыемства. На інтэрнэт-сувязь з Гомелем выйшла Масква, каб расказаць пра свой вопыт. Усяго ўдзел у форуме прынялі каля 40 чалавек. Вы знаете, я пользуюсь всем. Пользуюсь интернетом, пользуюсь телевидением, выписываю газеты наши, тоже читаю все. Вот, потому что сегодня священнику нельзя заключиться в какой-то келье, обособиться. Он должен знать, а тем паче руководителю, он должен знать всю информацию, что происходит. Гомельская епархія на протягу 6 годов працює у интернете. Свои сторонки зараз мають усе приходы епархии. А гэта прикладно 1,5 сотни. Наступный крок освоюць новые интернет-пляцовки. На сустрэчы отзначили, калі ісці у социальные сетки, треба улічваць специфичную подачу материалу. Своё меркаванне об гэтым выказали представники церкви и журналисты. Часам размова переходила у дискуссию, але усё деле галовной мэты. Знайсці способ, дякуючи якому церква зможе працаваць у адпаведнасці с технологічным прогрессом. Интернет помогает, например, наладить связь с людьми, которые имеют обмежованные физические возможности. В церковь входят не все. В церковь входят не так часто. Молодежь, вот в 90-е, когда церковь только открыли, и такой был вот поток непознанного, незнаемого, сейчас происходит такое немножко охлаждение, скажем так. Вот. Но церковь не стоит на месте, и это и церковь не только для того, чтобы молиться. Очень много благотворительных мероприятий, чтобы об этом знало как можно больше людей. Для этой цели мы и работаем. С допомогой відеосувязи своим опытом информационной працы поделилась супрацовник Московской патриархии Евгения Жуковская. Как оказалось, у России супрацовництво церкви журналистов нельзя лечить эффективным. Для СМИ тема православия просто не цікавая. У нас иншая картина. В выдании каналы готовыя супрацоўнічаць, больш за тое, дапамагаць асвойваць новыя медыя. Ганна Кавалёва, Ігар Марышчанка, тэлерадыёкампанія Гомель. Гэтыя іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працаваў Яўген Пабалавец. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.